Всем привет! Вы смотрите студенческий выпуск новостей Универньюз, студии Анна Глазунова. Прямо сейчас я расскажу вам о самых ярких и интересных новостях студенчества. Итак, сегодня в выпуске. КФУ и ХАЭР, что объединяет федеральные университеты и крупнейшую мировую корпорацию. Студенты Елабужского института КФУ участвовали в тренингах по психологической адаптации. Чем опасно вегетарианство, расскажем подробнее в нашем выпуске. 29 августа впервые в Россию с открытой лекцией приехал президент крупнейшей корпорации ХАЭР господин Джан Жуйминь. Он выступил перед слушателями в Казанском федеральном университете. Приезд такого важного гостя в России не случайен. Днем ранее в Набережных Челнах открылся завод по производству стиральных машин компании ХАЭР. Нужно сказать, что сотрудничество компании ХАЭР и КФУ началось намного раньше, еще в апреле 2015 года. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Публичные лекции основателя и председателя совета директоров корпорации ХАЭР господина Джан Жуймина состоялась 29 августа в Большом концертном зале «Уникс» Казанского федерального университета. С подобными лекциями спикер выступает в США, Европе и Азии, а в Россию приехал впервые. Господин Джан Жуймин отметил, что площадку для своей лекции в Казанском федеральном университете выбрал не случайно. Для меня огромная честь приехать в Казанский университет, потому что университет имеет давнюю историю, более 210 лет. Тем более, из стен этого университета вышли целая плеяда выдающихся людей, Ленин, Лев Толстой. Поэтому выступление в этом зале для меня огромная честь. Корпорация ХАЭР – это китайская компания, ведущий мировой производитель бытовой техники и электроники. Компания была основана в 1984 году. В 2010 году занимала 27 место среди 50 ведущих инновационных компаний мира. Джан Жуймин пришел в компанию в 1984 и сразу начал применять модель корпоративной модернизации Рендан Хиви. Основной смысл модели заключался в том, что каждый предприниматель создает ценности непосредственно для клиентов, при этом повышая свою собственную ценность. Самый главный стимул для развития компании, как я уже рассказывал, я сейчас уже управляю компанией более 40 лет, и у меня такой опыт. Одним словом, это максимизация ценностей персонала, человека. Если сможешь это выполнить, то компания останется навсегда. Перед слушателями была презентована книга «Философия ХАЭР. Перерождение 2.0», где подробно рассказано о взлетах и падениях мировой компании, о моделях, подходах к клиентам и сотрудникам. А днем ранее, 28 августа, состоялось открытие завода корпорации ХАЭР в Набережных Челнах по производству стиральных машин. В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Поволжье Игорь Комаров, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов и председатель Совета директоров корпорации ХАЭР Джан Жуймень. В последнее время наша территория является очень привлекательной для многих компаний. И то, что компания ХАЭР пришла на территорию Татарстана, на территорию Набережных Челнов, говорит о том, что нам в республике все-таки удается создать хорошие инновационные площадки для достаточно большого количества компаний и говорит о том, что нам удается уйти от только нефтехимического холдинга, используя вопросы диверсификации данных компаний. Почти за год с нуля был построен завод по сборке стиральных машин. Планируется, что на заводе будет производиться 500 тысяч стиральных машин в год. А в дальнейшем будет установлена дополнительная линия, которая позволит выпускать до 1 миллиона единиц техники. Предприятие дает возможность обеспечить рабочими местами. Их будет более 300. Нужно отметить, что взаимоотношения компании ХАЭР и КФУ начались намного раньше. Еще в апреле 2015 года, когда корпорации ХАЭР и Казанский федеральный университет совместно открыли учебный центр на базе Набережно-Челнинского института КФУ. Центр оснащен последними образцами холодильной техники. Благодаря этому студенты Набережно-Челнинского института КФУ приобретают навыки работы с климатическим оборудованием, моделируя возможные неисправности и проводя диагностику технических систем. Лаборатории, центр холодильного и криогенного оборудования. Центр, чем он интересен, в том, что там создано оборудование самое современное, что есть на сегодняшний день, с учетом возможности подключения к интернету, это, в общем-то, премиум-класс холодильного оборудования и климат,
климатического оборудования. И там проходит у нас практическая работа, лабораторная работа для студентов. Ежегодно специалисты компании HR также проходят в стенах набережной Челнинского института КФУ повышение квалификации. В течение вот последних 2 лет было проведено 5 курсов для специалистов фирмы HR по повышению квалификации, по производственному менеджменту, по гидравлическим машинам, по качеству, по английскому языку. То есть идет постоянно вот такая работа. Только за последнее время порядка 150 сотрудников фирмы «Хайер» прошли у нас повышение квалификации. В рамках своего визита в КФУ 29 августа генеральный директор «Хайер» Джань Шуйминь встретился с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Ректор познакомился с историей университета, продемонстрировал уникальные экспонаты и книги, хранящиеся в музее истории КФУ. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. Студенты Елабужского института Казанского федерального университета приняли участие в тренингах по психологической адаптации первокурсников. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Студенты первого курса Елабужского института Казанского федерального университета приняли участие в тренингах по психологической адаптации первокурсников. В ходе занятий первокурсники разных факультетов играли в игры на знакомство, делились впечатлениями от первой недели учебы. В беседе с преподавателями вуза студенты узнали о том, как найти общий язык с одногруппниками, а также соседями по комнате в общежитии. Очень понравились преподаватели, особенно литература, потому что я сидела, и мне было действительно интересно слушать, и вообще всем нашим одногруппницам мне повезло с тем, что у меня позитивные одногруппницы и куратор. Я, правда, узнала всех с другой какой-то стороны, то есть некоторые впечатления отличаются от первого, и я очень рада, что, ну, у нас в группе такие хорошие девочки, и будем продолжать общаться и узнавать дальше друг друга поближе. Занятия по психологической адаптации первокурсников проводятся ежегодно. Центр психологической помощи образовательного процесса открыт для каждого студента и преподавателя нашего вуза. Диана Фатыхова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Ученые нашли серьезный побочный эффект вегетарианства. Масштабное исследование, проведенное учеными из Оксфордского университета, показало, что отказавшиеся от мяса люди особенно подвержены риску инсульта. Подробнее об этом расскажем в следующем сюжете. У вегетарианцев и веганов, вероятно, появился повод для беспокойства. Как бы ни говорили вегетарианцы, отказ от мяса не увеличивает продолжительность жизни. Растительная пища все равно не дает такого количества незаменимых аминокислот, которые мы получаем с пищей животного происхождения. Масштабное исследование, проведенное учеными из Оксфордского университета, показало, что отказавшиеся от мяса люди особенно подвержены риску инсульта. Своим мнением о вегетарианстве поделился Аркадий Курамшин, доцент химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета. В состоянии определенного белкового голода, аминокислотного голода, да, в первую очередь, ну, от нехватки каких-то пищевых продуктов, в первую очередь, у нас страдает нервная система. Крупное 18-летнее исследование, в котором участвовали более 40 тысяч человек из Великобритании, показало, что вегетарианцы по сравнению с людьми, употребляющими мясо, существенно реже сталкиваются с инфарктами и другими видами ишемической болезни сердца. Зато шансы получить инсульт у них на 20% выше. Типичные болезни, вызывающие патологическое состояние и смерть, у вегетарианцев и у тех, кто употребляет мясные продукты, разные. Людей, потребляющих мясо, это связано, ну, с холестерином, с высоким, это сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты. А что касается вегетарианства, там основная причина смертности – это нейродегенеративные заболевания, типа, ну, Альцгеймера. Результаты проделанной работы основаны на изучении исключительно населения Англии и отражают только их особенности диеты и образа жизни в целом. По этой причине применять полученные данные к общемировой популяции следует с осторожностью. Эльвира Зорина, Ленар Давлетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть свежие выпуски Универньюз и следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Пока-пока.